веники. Мы построим для тебя новый домик, удобный. Не то, что вот этот.
Тихо. Не хватило совсем чуть-чуть. Вот эти вот доски короткие. Они могут либо на двух лагах лежать, либо на одной. На трех они не достают. Так, прозрачная часть крыши вольера начала готовиться. Но здесь я столкнулся с такой проблемой, что вот эта проволока, она достаточно мягкая. Но как только ее длина укорачивается, ее мягкость, соответственно, уменьшается. И при протаскивании, чтобы закрепить, она деформирует всю сетку. Так, вот такие кошмарные узлы пришлось вязать из-за этого. Но я вспомнил виденный рекламный баннер в интернете, где контейнеры из такой сетки соединялись спиралью. И даже видел ролик, как эту спираль в домашних условиях делать. У меня есть вот такая проволока, но нет таких тисков. Пришлось делать. Вот, закрепил на колуне и вручную накрутил и стал вручную заматывать с таким небольшим шагом. Вот та самая ерунда, о которой я уже говорил, она вот в таком месте изгибается, и потом ее фиг вернешь обратно. Это создало мне проблему и толкнуло к решению. Так что сапиенти сад. Конечно, рукоятка колуна короткая, но с другой стороны это и хорошо. Сейчас я убедился, что даже такая длина под конец заворота начинает создавать проблему трения. Пружина просто не идет дальше. Так что по факту можно сказать, что все так и задумано было. Вот так вот докрутил. Теперь ее надо откусить. Кусачек, соответственно, у меня для такой проволоки тоже нет. Приходится топорными методами. Так, вот еще один ход пружины готов. О, пружинка. Идем ее вставить. Don't stop.
Вот такая спиралька. Так, это навес. И больше, я думаю, его не буду делать. Тем более, в будке есть сток тоже. Я ее даже немножко приподнял, чтобы сток был явственный. Он достаточно низко, прям по человеческому росту. То есть попадать дождик будет только если будет лететь горизонтально. Конечно, маленькая, маленькая, надо, 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 надо.